каждый год, как известно, да, вот либо в день памяти, либо в день рождения Вячеслав Леонидович чтение проходит. А нового, наверное, то, что мы вот впервые проводим это такой новой композиции в новом месте, в новом помещении Шанинки, которая главный организатор этих чтений, хотя и, безусловно, со своими партнерами, которых, слава тебе, Господи, много. Вот, в том числе Академия и Дом РФ. Сама тема малых территорий и ресурсов развития малых территорий – это такая тема особая и требующая особого склада ума. Кафедра Глазычева ведет программы повышения квалификации и активно работает с регионами, вовлекая таким образом вот ту самую глубинную Россию, которой посвящены глазычевские чтения, потому что участие региональных экспертов, региональных проектировщиков позволяет учитывать контекст не только больших городов, но и общероссийский широкий контекст. Каждый тип территории имеет свое право на развитие. И понятно, что, например, мы не можем требовать, и мы не можем надеяться, что эффективность экономическая будет одинаковая в Москве, там, в Новосибирске и, скажем, в той же Крапивне, да? Но эти территории, безусловно, выполняют свою функцию, свое предназначение. Люди, которые там реализуют проекты, творят, занимаются бизнесом, должны иметь тоже возможность это делать. Между экономической эффективностью и пространственной организацией, да, правильно найти вот ту линию, которая будет их сводить.